На сцене Пермского театра оперы и балета вновь «Травиата», и вновь вокруг этого спектакля, кажется, электризуется само пространство. Каждый новый показ этой постановки вызывает новую волну интереса. И сегодня это уже не совсем та «Травиата», которую мы видели когда-то впервые, воспринимая ее, ну, скорее в качестве эксперимента. А это уже прославленный культовый спектакль, получивший признание всей мировой театральной критики и успевший оставить свой безусловный след в истории искусства. «Дива и королева» – такими восторженными эпитетами награждают звезду пермской оперной сцены Надежду Павлову. Впрочем, награждают не только ими. Совсем недавно «Травиата», где «Дива» исполняет главную партию, достигла еще одной вершины. Стала событием года по версии национальной премии «Каста Дива». Саму Павлову признали главной солисткой страны. Я был в зале, меня переполняло чувство гордости. Мы были в одном из лучших музыкальных театров Москвы, и мы там были первыми. Ее голос, он просто завораживал всех. Успех «Травиаты» – работа огромной команды, но выдающейся все же ее делает великолепная тройка. Курензис с оркестром «Музыка Этерна», Павлова и режиссер Роберт Уилсон, который отменил декорации, заменив их светом и цветом. Отработка света, кстати, занимает целую неделю. Именно поэтому «Травиата» в феврале не смогла поехать в Москву на «Золотую маску», куда съехались все претенденты. И критики фестиваля отсматривали спектакль в Перми. Впрочем, отменил Уилсон и привычную игру актеров, заменив ее на вычурную пластику, в которой мерещится уже другой театр, японский, и он открывает совсем другие возможности. Мы все равно какими-то лишними движениями украдываем у себя очень много в плане голосовом. И когда есть вот эта статичность, голос больше может выразить. Дивная выразительность голоса и неординарность постановки зрительский интерес держит в состоянии кипения. Каждый показ – событие, аншлаг и восторг. Москвичи сегодня здесь, здесь сегодня, я знаю, много. Мы прилетели специально на этот спектакль. Конечно же, ожидания полностью оправдались. Мы в восторге от театра, который посетили. Очень хорошая обстановка, замечательный оркестр. И, конечно же, голос Надежды Павловой. Это то, что у нас просто будет большой восторг. Год назад я рыдала. С самой первой сцены, даже когда не было звука. От всего, от совершенства совпадения визуального, графики, смысла, который заложен здесь во всем свете. В цвете, ну и, конечно, в музыке. Успех «Травиаты» – это еще и наш общий успех, который мы, пермяки, вольно или невольно, транспонируем на себя, отождествляя город не только с промышленным центром, а местом, где сошлись ярчайшие звезды планеты. Полина Рифа, Иван Худяков, телекомпания «Ветта».